Ярослав Магутин, кожа знаменитостей. Кожа знаменитостей напряжена, пиздец, как? Где те слова, чтобы описать? С одной стороны там мускульные полуулыбки, с другой бесчисленные подтяжки и растяжки, коллагеновые инъекции и фейслифты, умерщвление мускула в лба с помощью электрошока, кожа, приводимая в движение с помощью компьютера, кожа с искусственным подогревом и подсветкой, кожа, меняющая цвет и оттенки в зависимости от степени торжественности и ответственности запланированных мероприятий, кожа политика, внушающая доверие, расположение, симпатию, кожа кумиров молодежи, сводящая с ума и доводящая до полного исступления, кожа рекламных билбордов Таймс-сквера, увеличенная в 1000 раз, демонстрирующая всесокрушающий оптимизм и уверенность в завтрашнем дне, кожа телеэкранов и мониторов, излучающая всепобеждающую жизненную энергию и исцелительную благость, кожа, транслируемая в прямом эфире и в записи, кожа, размноженная многомиллионными тиражами, кожа, застрахованная на миллионы долларов, закрепленная авторскими правами и торговыми марками, кожа, воспроизводимая в мельчайших деталях, в толстых иллюстрированных журналах, превосходное качество печати позволяет подписчикам приблизиться к своему кумиру на расстоянии французского поцелуя, глянцевое покрытие имеет неотвратимый вкус, запах и цвет высокой жизни и великосветских салонов, где ослепляющие фотовспышки папарацци заставляют на мгновение закрыть глаза и беззвучно прошептать в пустоту разодетой толпы: «Я хочу, чтобы это больше никогда не повторялось, никогда!»